А это так называемый млечник блеклый. Но мы его называем подсирушник, потому что он похож на сирушку, но маленький, квелый какой-то. Вот такой он. Видите? Его еще называют в Белозерском районе, его называют мертвяками. Мертвяк. Но он меньшего размера, чем гладыш, чем вот эта сирушка. Поэтому называем подсирушниками. Берем только иногда. Вот у него сок обильный. Но вот он на воздухе сереет. Видите, вот эти точки на пластинках? Вот сок изменяет свой цвет.